Итак, всем привет. Здравствуйте. Так, сейчас создаем группу и быреньком проходим фастиком. Тут. Хас. Ну, хуйня, короче, получилось. Так тоже он. Выбирайте место перемещения. Нет, пожалуйста, будьте осторожны. А, Илюша, я сейчас кое-где нахожусь в другом месте. Херли ты там забыл? Херли ты там забыл? Вообще-то квестики. Ну и тогда пока начнемся. Если ты начнешь, что ты там фиг куда уйдешь. Если ты начнешь, что ты там фиг куда уйдешь. Нет. Первого босса вряд ли соло забыл. О-о. Да, прямо на записи так лоханулся сейчас Михалыч конкретно. Чё такое? Со скалы пизданулся. Со скалы пизданулся. Нормально. Впрочем, многим эта запись вообще не понадобится. А для новичков может быть как обучающая. Большой как вообще. Проходить хас вдвоем без хилов и всякие ерунды, которые хилят. А вообще это сейчас соло данж. По-моему, хас нельзя. Проходится втроем. 358 волшла. Танк хороший и хил. Все, больше вам никто не будет проходить хак. Только на определенные боссы вам будут, такие как последний, будет очень-очень насаждать в плане того, что будет вас половина игроков вкатывать в колясочку, точнее часть игроков. И... Нет, там он одного вкатывает. Угу. Кстати, на лайте один раз он у нас просто всех шестерых на нафиг и вкатал, мы все шестером бегали. Илюха, это по-моему кто далеко стоит, того он и катает. Нет. Мы всех шестером нафиг его били. Да? Били этих мобов, и поэтому он там прописал одну плюшку. И все легли. Ну ладно, тогда. Так что он там неограниченное количество может фигачить, сколько ему захватилось. Ну, то, что шестером, это вообще баг. По идее, 1-2 человека. Как думаешь, негры будут? Не знаю точно. Не, ну вчера же 8 негров было. Я не понимаю, только все куда-то пропали руты, мгновенные руты. Очень и очень полезная вещь. А ее нет. Ты еще взял? Я еще вчера хотел их вытащить. Мне кажется, мою жопу сейчас съедят. А я чуть-чуть с мобами переборщил. Кстати, какого хрена ты в Роменто без меня попёрся? Сейчас подожди-ка.
Так, я здесь, кстати, Илюха. Во-первых, ременту это сольный данж. Я знаю, в плане того, то, что херли ты там качаешься. Ай, блядь! Я не качаюсь, ну, я там пока постиком. Это я так не играю. Мне, короче, сейчас камушек стрельнул. Прикол? Ну, я, короче, пробегает, ставит на этот камушек и падает, соскакивает все вниз. Получаю на 1000. К тому же, Илюх, тут качем невозможно ли это назвать. Угу, по квестикам, по 3 ляма, по 4. По 9. А, ну по 9 даже. Практически как миссия. Так, я уже захожу, Михалыч. Ну давай, я уже почти скоро заканчиваю. Ну, тихую самолет, легкую дорогу. Если что, мы выбираем легкую дорогу, потому что с боссами мается. На апхарде это уже будет для нас проблематично. Очень сильно проблематично. В плане того, что, что они не жирнее, они просто там много дамагут с удара и все. Ну ему там плюс 500 или 1000 дамагут. Не будет. Бабики тут бьются вообще одним ударом. Хоть один маленький лошадь 58 уровня. Ну, почти один, да. Неверно выбранная цель. Ну, что-то он решил. Слишком большое расстояние до цели. Кстати, это место, если идете один или вдвоем, тут можно награбить за один заход примерно 10 миллионов. На, если было, а если соло, то 20 миллионов, наверное, не будет. Неправильно выбранная цель. Рад. Я наконец-то 59. Экипировку тут покажу после окончания данжа. Если интересно, во что одета дальше. Ну, ничего особого, она там не одета. Неверно выбранная цель. Правильно выбранная цель. Миш, кстати, первую комнату практически разобрал. Там же босик. Так что, может быть, ты вообще не стоишь дальше, если себе звонит босс. Может. Неправильно выбранная цель. Был какой видеть башаться с двух ударов. Только примечание, если вы новичок, то физики в этом данже. Цель вне поля зрения. Физик в этом данже будет просто вам обузу. Это такая собачка, неверно которую вы используете цель для подбора лута. Больше он не, не надо, ля-ля. Больше он тут ни на что не подойдет. Негодный.
Ну и еще которого избивают, ну, до полусмерти, он потом сидит на жопе людей. Я банки пью. А, ну. Много они тебя спасают, если без меня-то. Один мобик и все, уже выдохся. Нифига, два. Это всего лишь порядок. А так, любой маг, хил, ну, любой персонаж с магическими атаками будет себя в этом ранге просто шикарно. Даже без пока. Как вы видите, у меня дамаг тут проскакивает просто бешеный, в плане того, что по 20, по 30 тысяч. И страданий я тут не вижу. То, что вот мобы один удар могут провести по мне, я спокойно компенсирую. Он, как вы видите, по 36, по 40 тысяч вылетает сюда. Конечно, это самый мощный удар, но не самый мощный. 29. Неверно выбранная цель. Вообще что-то, как всегда, не неверно выбранная цель. Так. У меня уже который раз полная мана, полная ХП. Слишком большой расстояние. Вообще тоже. Все, я бегу. А я уже сейчас босса буду бить первого. А, ладно. Так что просрал ты свой заходик. Ну, по крайней мере, неправильно выбранная цель. Слушай, а можешь не бежать? Сейчас прибеги боссов, убей и иди гуляй дальше. Я его сам допройду, этот данжен. Да я прибегу, Илюха. Мне, что ты знаешь, мне чуть-чуть опыт все равно понадобится. Да, нафиг ты мне тут нужен? Лут только убрать. Так толку-то что-то, у меня и так в платье, я уже даже в ременту не смогу зайти. Вот ну, в чем проблема. Ничего, побегаешь, мобиков поколбасишь, попасешься ага, где-нибудь. Да. А смейков встречу. Где вы там, Владов, пасетесь? А вот, охраняй вход. Охраняй вход можешь. Мы задрали они с этим цирком, ничего там же, ничего такого не падает. Так. Ты у нас в Ангисоне. Ну ладно, попробую я соло, но скорее всего у меня не получится. Потому что боссик пропис. Потому что что-то боссик стал быстро бегать. Как реально там скорость бега? Скорость бега 9. По идее их должно хватать. А, змея бафика. Нельзя атаковать. Цель находится слишком далеко. Так. Слишком большое расстояние до цели. Цель находится слишком так, далеко. Ай, блин, этот вертушку врубила, я просрал ее. А я вижу, послал. Цель вне поля зрения. Так. Ну, еще рано. Цель находится слишком далеко. Нельзя атаковать. Как думаешь, я ему с 3 скиллов снесу полоску? Да. Мне кажется, не снесу. Фиг его знает. Хотя должен снести, и поэтому мы делаем вот так вот. Думаю, просто обмагу. Так, титуляция. Неверно выбранная цель. Все, добил. Вообще, можешь идти отсюда. Ты мне не нужен. Оказывается, я тут уже все и сам соло могу. Уровень поднял все. И нормальненько так. Как вы видите, этот командир теперь в одно рыло можно пройти спокойно.
спокойнейше мне потом. Только что мне кажется, меня сейчас убьют. Неправильно выбранная цель. Если вам понравится это видео, ставьте палец вверх и говорите, какие данжи еще вам показать, как проходит соло. Поскольку соло проходится все данжи до 65 уровня. Рентос тому, кстати, не исключение. Ну, там в Рентосе надо не соло, а до. Скажи, когда вы Рентос еще? 57 или 65? 57, я сказал, до 65 уровня, если данжи проходит соло. Ну, некоторые дуло надо. Вот, один. Ой, чё ты так быстро уже в тоннеле оказался? Ну, а чё? Можешь там... ещё пойти в это. Не-не-не-не-не, там опыт пропадает. Верно выбранная цель. Неверно выбранная цель. Неправильно выбранная цель. Ну, народ, только вот здесь. Волша, говорю сразу, у меня заточено на плюс 15. Практически полностью, поэтому... Я боссов бью вообще с такой легкостью. Они меня просто очень-очень слабо побивают. С вами может быть, если нет заточки, то соло достаточно проблематично. Прекрасно. Скорее всего. Точно я не знаю. Так, надо ролл, кстати, поставить. Свободно. И вот так вот. Говорю сразу, почему я ставлю ролл на ролл с белым. Потому что мой напарник... Нормально, сейчас только что моб отразил мою плюшку на 20к. Понимаешь, моб отразил плюху. Неправильно. Что за фигня? Я по 65-м персонажам попадаю. Там на 4 на 8к. А тут этот моб отразил, взял и отразил плюху. Их. Нормально, да. А что там? Я понимаю, что разом все больше и больше. Лёха, а что ты насчет белого 8-мота говорил? Я? То, что ты его все время прешь и не краснеешь. Поэтому ролл стоит с ним. Потому что для тех, кто, да, скорее всего, уже все знают, но все равно скажу. Для тех, кто не знал, то, что белые шмотки стоят больше всего. Они самые дорогие. Ну, может быть, там даже, если быть точнее, белая бежак, по-моему, самая дорогая. Нет, за ухо и к тому же самая дорогая, там на только ухо количество. Неправильно выбранная цель. Ой, что-то я вообще как-то плохо ввязался. Чё, ты мог просто взял и стоял на месте? Ты в начале данжа ещё? Нет, уже почти возле. У меня на миникарте ты в начале данжа. Нет. Жалко то, что она врёт. Неправильно выбранная цель. Я тут уже, кстати, практически... Слушай, не подходи ко мне, я сейчас даху уровень 60. Ты не подойдёшь. Не боись, не боись.
Блин, да я побыстрее вахну, там просто прям в ухо будет. Ладно, ладно, давай я там вдруг. Нет, тут вот 65% один мог. Процент с лишним. 1,5% это один мог. Это довольно-таки хорошо. Ну, как вы видите, 5 мобов, ставим мне не буду выполнять минус квесту. Неверно выбранная он, цель. Боже, по-моему, там долбанул. Неверно выбранная цель. Так. Ах ты ж, козел, побежал в другую сторону чистить. Так я ж тебе предупредил, что я другую-то сторону пойду потихоньку зачистить. Все закономерно. Не надо здесь. Надо, чтоб тебя там убили. Не убьют, не боись. Ты ж у меня опыт прешь, скотина. Какой я у тебя опыт пру? Я у тебя не пру, если мы далеко находимся друг от друга. Ты мобов бьешь, а это каждый моб плюс палка. Я ничего не знаю. Ты волшебник, ты все быстрее делаешь. Блин! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неверно выбрана цель. Блин, а что, там тоже волшебник? Нет. Ага, да. Моб, я короче... Отпойся с миром. Нормально, нормально, да. Короче, Мих, я убиваю да. Моба, прикол? Точнее, заклинание использую. Оно же это, некоторое время там стоит, прежде чем это огненные кулаки, ну это, элементали ну, да, огня да. ударят. Они, короче, смотрят на него, он такой, недолго думая, пускает меня плюшку убивает. Нормально. А потом он подыхает, да? Да. А, ну нормально. И я, по-моему, потерял этот топ. Да, я потерял этот. Блин. Так. Нифига я этот плавил, банок перевезу. Так, ну чё, путник у меня зачем? О, мне сюда сегодня что-то дают. Кстати, если чё, тут ещё есть вся фишка в этих ежедневных подарках. Они какие-то странные. Мне сюда в прошлый раз пришёл подарок на 5 этих, как он. 5 воды... Илюха, нет, это скорее всего знаешь чё? Вот. Моей знакомой вот, выпали тоже такие же эти, да, как бы на выбор. Это она играла, получается, 2 или там 4 года, и ей типа это, знаешь, награды за год, грубо, да. Так что тебе это, скорее всего, у тебя были тоже. То есть ты подписку на год покупал, то есть у тебя она, грубо говоря, так протикала. И вот тебе дали. Так что как-то так. Типа год с подпиской играл? Да, вообще, допустим, там хоть ты по месяцу покупал, то есть тебе все равно ее дали. Будь здоров. Так, у меня последняя подпись была, которую я брал на это. Как его? Ладно, пока бегу, покажу. Да, немного, без разницы. Много шмотов. Как вы видите, гримуар Руда. Составленными говнокамушками. Он даже и в крит у меня есть. Потому что вообще после того, как я отточил его, у меня не осталось денег вообще. Илюха, я гладиатор, а ношу вещи за танка, понимаешь? То что аутист это все и так знают. Ты шоп. Ну а кто не знал, будут знать. Нифига, гладиаторы с таким сетом нагибают, Илюха. Причем тут гладиаторы? Да, просто я нашел. Я говорю то, что ты аутист. Причем тут гладиатор? Да я тебе просто говорю. И он, кстати, даже без лута был. О, симка, смотри. И что?
Я говорю про тот мой, который меня убил. Вот, уже накрабил миллион, в районе миллиона. Так, у меня осталось две комнатки зачистить. Ты, по-моему, там немного так почистил. Конечно, господи, а. Я ни херна сделки не могу. А, меня еще убьют. Нет. Смешно. А? Смешно. Это, на заднице это, посижу. Это такая маленькая месть. О, а мне как это, сережечка выпала как раз из одной из самых дорогих вещей. А, народ, если кому интересно, ник вы видите на экране, можете сюда писать, и мы потом в скайпе вам, в скайпе можем потом созвониться, и мы можем подрабатывать, точнее подрабатывать в густом аккаунте в плане прокачки персонажа. На каждый ловла свои эти... расценки. Да. Например, с 1 по 65, не знаю, где-то мы можем вкачать. Ну, за сейчас, неделю. Сейчас, поскольку все понерфили, точно не знаю, но не дольше, чем за неделю. И мы вкачаем вам 65 уровень с 1. Плюс там хоть какой-то шуму. Неправильно выбранная цель. До 50, он, по-моему, вообще за пару дней можно взять. 50. За два, за три. Да, но все равно рекорд мы прокачки Ну, Илюха, ты качался, извини, с рейтом, я без. Какая разница, 7 часов есть 7 часов. Ну, Илюха, 2 дня без рейтов это... Не, даже 1 день и 8 часов. Сейчас, подожди, я сейчас отойду. Какой сейчас миром, как всегда, это... Я не понимаю, почему последний моп или предпоследний? Да нормально, в общем, Илюха, я сейчас отойду на 5 минуток, если что, а ты пока качайся. Не, у меня моп, последний моп в этой секции остался. Ну нормально, так что давай. Я побегу сразу к тебе. Ага, если я что, это подойду через 5 минут. Флашок умер, поторопился. Вон, как вы можете наблюдать, кто-то хилищий в хас накач. Смотрим, 62-й, 63-й гладиатор и бан. То есть, вот этот вот гладиатор, вот этот вот, он просто бесполезен, как и вот этот. Вот как вы могли видеть, он прошел раз, два, три, четыре комнаты, когда я уже весь данж практически зачистил. То есть, работать у них будет бард в дамаге, вдобавок ему придется еще... за его напарником ухаживать, так сказать, в плане подхила регена маны. То есть Глад идет тупо обузой и геморроем, как и любой физик в этом данже. В этом данже, поскольку он, не знаю почему, но скорее всего тут разрабы ввели какую-то штуку, то что маги дамажат гораздо больше, чем они дамажат на самом деле. На самом деле, вот этот удар у меня бьет не по 40 тысяч по мобам, а по обычным мобам, ну, не знаю, тысяч по 15, точнее, тысяч по 20, по 30, 20-30 тысяч. Ну, а тут он бьет от 30 до 40 тысяч. То есть, разброс очень большой в этом плане. Так. Неверно выбранная цель.
Это... Неверно выбранная цель. Правильно выбранная цель. Выбранная цель. Неправильно выбранная цель. Правильно выбранная цель. Неверно выбранная цель. Цель вне поля зрения. Вот с этим ножиком надо быть аккуратнее, тут в плане. Вот эта вот дверь, она очень-очень сильная. Она не дает его убить. Неверно выбранная цель. Ну как, пока мой был напарник сидит в АФК, мы уже зачистили вот эту комнату. Побежали за тем модуком, который остался один в другой секции. Мы его так убиваем и, наверное, можем апнуться. Так, алло, я здесь. Так, а куда ты там так отходил надолго? Да, поешьте, недавно проснулся, поел, прям тебя. Пожрал, пожрал, ладно, да, все нормально.
если бы не умирал бы. Ну что, мобов нашел? Кто еще где? Зачем так? Он прям сейчас нужен. Видишь, Илюха, сейчас. Не, сам... я схожу, не волнуйся. Видишь, сейчас сам куда-то не уходишь. Видишь, сейчас сам куда-то уходишь, говорю. Так, и я никуда не ухожу. А. После записи. Ну ладно. Не моя большая. Конечно, запись равно получилась. Какая-то мягкая плохо. Есть информация, которую мы доносим. Он будет им полезен. Сам берет автоподбором керачит. Цель вне поля зрения. Так что не судите строго. Пускай не судит строго наш первый запись, грубо говоря. Играться. Спасибо. Я вообще скилуху не дали. Бордели. Ладно, у меня уже тем временем. Ой, подожди, вот сейчас, пожалуйста, ничего не делает. Ай, ё-моё, подождите. Между прочим, Миша, ты умираешь. И телефон зазвонил, и это, господи, а. Вон бегут. Один. У меня, кстати, банки заканчиваются на хп. У меня их еще 103 штуки на 1000. Хорош. Люха, воздух. Да, уже сделал. Ну, сообщил, потом... да, когда уже поздно, но... Ну, 4-5... Я что-то... Мне кажется, еще нет. Я ему прописал. Илюха, ничего личного. Ладно. Я просто пришел, и я стал вот пропадать. Зребий стал чуть-чуть. Да. В мою пользу идти. Я, если что, у меня уже сумка забита. Давай? Да. А что ты мне раньше не сказал? Я же в прошлый раз еще их, по-моему, не продал. И те валяются. Ой, за тобой вообще. Ну, хоть две шмоточки выбил. Я их уже штук 5, наверное, 6 выбил. А что так? А, Илюха, а потому что с тобой меня не было. У меня 50% к выпадению предметов. Я говорю, я себе штук 5-6 шмоток выбил. То есть кольцо я себе выбил, белую, белую. Кстати, готов, не? Подожди, откаты. Ну, давай. Я ж на откатах сижу, наркоман. Это ж лучше. Кстати, покажи тогда и мою, это бижутерию, всякие шмотки. У тебя же это закрыто. Так, ну я сейчас открою ради так, этого. Я свою уже показал, то что... Только вы никогда не одевайте гладу так, как этот плохой. Да, я потому что чуть-чуть это станка вообще прикинь. Это еврейская морда. Она зажопила с денег на и это вот у него просто был танк, который он вкачал до 65-го. Из танка остался, как вы видите, меч. Недолго думая, эта еврейская морда взяла и его перекинула на танк, заместо того, что... Ой, на глада, заместо того, чтобы перенести. Как вы видите, он скопил, ну, где-то, ну, у кого-то спер перо на плюс 5. Я сука, его, честно, заточил, а это чмо сперло его откуда-то. Не надо, это сука 65-го. Да, вот слуг своего. Как вы видите, тут вот, по-моему, шлемаком на всех одинаковый. 50-й ап. Это уже с другого тоже 50-го танка. Как можно наблюдать. И кираса это просто. Ну а кираса это нормально. Ну тоже по-еврейски, поскольку, по-моему, туда камни вставлены. Какие? КП 80. Просто ясно, понятно. И этот человек еще выпендривается с ХП. Так я же тебе говорю, они это просто все с танка. Ну что ты? Миш. Да. Хочешь, я тебя удивлю? Что? Стоп, а почему у тебя... А, ты ее вточил, ясненько. Ясненько, ты ее усилил.
Ладно, у меня, кстати, физы брони чуть-чуть меньше, чем у тебя, по-моему. Ну, у тебя что, пусть 15, а он не так, по мелочам. Да, на плюс 6, такая мелочь. А, ну, ребят, чё? Если что, мы продам вот на гринвортах аббаты. Каких-то 80 кк и пакс ваш. Там на плюс 15 и... Хороший мистический или какой-то... Давай, влетай. Влетай. Вот. Кто бы вы ни были, вам не уйти от проклятия. Как вы видите, вот этот босс вообще убивается магами на ура. Ну, правда, он дамажит хорошо. Это видно по нашим полоскам хп. Ну, я вообще второй дыхание. И тоже было видно то, что я его убил, может, грубо говоря, за 3 скилла. 3 удара волшебника. Неверно выбранная цель. Так, а ну что я смотрю, ты уже забомжарился. Так, перед конем придется чуть-чуть подождать. 2 минуты. А, в эту зону мы не ходим, там не шибко много опыта нам дадут, мы больше времени потеряем вот на этот обход. Поэтому мы туда не ходим. Сейчас, подожди, перекончу. Ха, нормально. Там не надо просто кончить. Не, у меня просто ты телепортнулся. Сел, встал, хрен, и где потом назад влетел. Я слышу до сих пор, что на меня все агрятся. Я слышу до сих пор, что на меня все агрятся. Посмотри, какая эта акба идет красивая. Ну, конечно, пизды тебе дать надо. Я уверен, они до тебя... Пофиг то, что они не бегают до коня, но они добегут за тобой. Потому что я спиной Глад в данном данже нужен только для одной, чтобы получить пизды от босса первым, и все. Ни дамагу, ни помощи, кроме... А, нет, помощь в том, что он у вас отнимет ролл будет. Шмотки. Не отнимать ролл, а собирать его. Да, да, да. А дальше это только удача. Кстати, даже здесь в деньгах можно хорошо подняться, между прочим. Я уже про это говорил. А, да? Ну, я, может, отходил. Пофиг тебе знает. Когда 30 секунд? 35. На твою КД вообще посрать. Да, блин. Ты бесполезный. Иди в задницу. Итак, вылетай, короче. Давай, нагрей его там на себя. Я даю моему бесполезному Владу вот ему польза в том, что ему надо дать на агри, поскольку мой дамаг гораздо превышает его, и агр я сливаю практически на него. Как вы можете видеть. Поэтому я давал определенное время на агри моему напарнику, чтобы он время от времени срывал каст. Ну ладно, и таким образом мы уже завалили второго босика. Именуемым конем в этом данже. Точнее, это уже не второй. Это второй посло самым сложным боссом. На, забирай ты. Это второй по сложности босс в этом данже. Точнее, нет, это третий по сложности босс. Самый первый вот второй по сложности, потом идет вот конь. Ну а первый босс по сложности, мы его вам покажем, он вот тут вот по прямой за дверью. Мы его бить не будем. Не сможем. К сожалению, мы бы его бы... У нас не хватает дэмэджа. Точнее, дэмэджа у нас хватает. У нас
Надеру, он кидает мгновенно, одного из нас превращает. Ну, как одного, меня превращает, и мы остаемся в автомате, и он нас просто тупо берет и раскрывает. Неправильно выбранная цель. Вы бы либо чародей, либо бард, либо хил. Вы бы кто бы на подхиле, да, или наоборот. Мы покажем вам, как его проходит суду чуть позже. А, нет, уже не покажем. Потому что этот нуб удалил хила. Я не умею за таких персов играть. Неверно выбранная цель. А, если что, я там подписан на его канал, хоть у него там нету видео, но... Потом попробуйте скоро ему там дизлайков поставить за то, что он это качает персонажа и удаляет его 65 уровня. Илюха, то, что у меня был 65 гладиатор, это тоже ничего не говорит. Да, 65 гладиатор, 65 танк. Так, танк у меня еще есть. У тебя было, по-моему, 3 танка, если я не ошибаюсь. Полностью согласен. Если что, вот Миша такой человек, который до обновления, как на 65 уровне, по-моему, у него был танк 50 уровня. Он был еле-еле. Ой, я не того ударил. Неправильно выбранная цель. Ты сбил каждый? Да. Ну, хороший. Неверно выбранная цель. У него был танк 50 уровня. Здорово, он купился на подпись. До определенного времени. И потом, когда купил подпись, начал выкачивать танка. Он говорил, танки имбы. Танки единственные, кто нагибает, это танки. Раньше они были такими, потом, сейчас нет. Потом, когда он, я ему предложил поиграть за лука, у него стал имба лук. Потом он начал играть за хила. Или хил был перед. Нет, хил был перед. А, ну ладно, за хила. Он за хила и имба там... Вот, Илюха, вот насчет хилов я ничего не говорю, потому что я ни хера ими не умею играть. Говорил. Нет. Неверно выбранная цель. А, если что, тут надо вот с этим нубами быть поосторожнее, в плане того, что они могут кинуть защитный барьер, который отражает 100%. Если что, то, что если под щитом я ему в него влетит, то те же 36 тысяч, они же отразятся в меня при моих 9500 хп. Ваншот. Это, мягко говоря, у меня не хватает хп. Кстати, Илюха, скажи про моего Ганнера, Сина, еще которых нету. Ты сам можешь про них сказать. Царство им небесное, нет. Это что? Ты дебил. Правда, я сам там удалял 50-х персонажей. Вот именно. Ну, Илюха, я-то 65-х удалял. 65-х. Заново их качиваю. А, я буду удалять, скоро удалять буду этого 65-го волша, поскольку у меня будет вот это. Тот волш вообще окончательно не получился. Неправильно выбранная цель. Да ты что, издеваешься? 4. 18. Ой. Неверно выбранная цель. Да, хорошие игры. Рандом, я тебе скажу. Ты, наверное, уже за последнее время списал у меня шмоток больше, чем я нафармил на них дам. Что-то замолк-то. Да, не знаю. Просто взял уже, все, обиделся. Так. Ну, как вы могли видеть, я набрал в этом данже 1 левел и 20%. Илюша! Ой, что ты, по-моему, Михалычу. Прощай. А! Илюша, жив! Сука, Миха, ты сволочь! Ладно, живём! Это было действие этого щита. Про который я говорил. Урод ты. Ты чё, живой? Вот, вот вся истина, это гладиатор. Сука! Этот... Ура!
урод, не мог сказать то, что там щит висит, блядь. Так, бой. Илюха, это за то, что ты сказал, что я персов удаляю. Отражает от ярости огня дракону колдуна наносит 50%, извиняюсь. И он стал отражать 50% атаки. Но так как я нанес 23 тысячи дамагу по нему, он Илюха. Отразил мне 11700. Так, Илюха, зато ты показал, что значит этот чит. Я ебал тебя, сука. Уебок. Ты мне должен 300 тысяч. Ничего не знаю, ты без меня повод данжи вычистил. Так, ну чё, по комнатам... Ну ладно, пошли сейчас босса, по-моему, покажем и всё. Там сдохнем. Может закругляться. Ну, в принципе, да, то мне пора уходить скоро. Так. О, у кого-то печалька. Благодаря кому? Только себе! Да-да-да. Миша заорал, спасай меня. Ну я и спас, да. Вот чё, вот одного босс. Убил, всех остальных я разрешил. Вот этот вот босс. У него, если вы будете проходить с группой, то вот тут есть два артефакта. Он будет кидать два вида магии. Ну, две очень сильные атаки, там, на 5-6, ну, практически на 6 тысяч дамагу. То есть, если вы не будете бить один из этих артов, будет вам... Бить, а к ним подходить, Илюха. Нет, их надо ударить. Ай-яй-яй. Автоатакой. Надо будет ударить один из артов автоатакой, смотря какой вид магии он будет использовать из двух. Ну и еще вот тут будут, короче, появляться монстрики. Когда, если вас превратят, он будет превращать в куклу такую, призраком становишься и бегаешь этих мобов. У меня в последнее время что-то не получается их всех убить, один-два проскальзывают. Они просто потому что не протыкиваются, эти мобики. И ударяют по 2500. А если вы их не убьете, то вокруг он призывает по типу энергии душ, вроде что-то такое. И они бегают, у вас и МП отжирают, и по ХП бьют хорошо. Не, Илюха, они только МП отжирают и все, и исчезают. Нет, они по ХП по 200-300 ХП. ХП они по... просто так не исчезают, они будут бегать до конца, пока босса не убьешь. Ну, чё, готов? Посмотри, как она стоит. Это баг, что ли? Нет, просто у тебя мало ХП. Нет, ну, она руки раздвинула. Ну да, есть что-то такое. А ты, чё она у тебя такая маленькая? У меня, по-моему, минимальные размеры. О. Я собираюсь её ещё не это сделать, пониже чуть. Мы будем заканчивать. Все, всем спасибо за просмотр.